Всем привет! Вот еще одна у нас распаковочка началась. Большая сборная, посылочка небольшие. Начнем с самой маленькой, как всегда, и пойдем по порядку. Это колечко. Колечко пришло в пакете с маркировкой модели, размер 8. Маленькое. Ну, что хочу сказать, какое-то кривоватое. Да, я думаю, оно, конечно, выправляется, но как-то уже момент неприятный, хотя стоит оно недорого, но, да, распрямляется, распрямить можно, видимо, в процессе пересылки, просто смотрится как натуральное золото. 8 размер подходит мне на безымянный палец, вот смотрится оно хорошо, то есть как оно в носке будет, не знаю, не могу сказать, но пока новенькое, прям очень симпатичное колечко, как золотое прям, вот у меня золотая цепочка, в принципе, цвет не отличается. А здесь у нас крабик пришел для волос. Сильный такой, золотая такая подзолота заколка, металлическая, достаточно тяжелая. Тугая пружинка, тугая, хорошо должен держать. Очень стильная, красивая модель, ссылочку дам. Без нареканий, мне понравилось, все ровно, четко. Зубчики и полностью краб металлический, значит, прослужит долго. Рекомендую. У нас, так, это, наверное, красители для эпоксидной смолы, цвет металлик и золотой. Будем тестить, ссылочку на эти товары дам. От бренда Синана также, и предыдущий был вот в красивой блестящей упаковке, этот более бюджетный, я так понимаю, вариант. Сейчас посмотрим, все в слюду упаковано, просто отлично, видите, упаковочка вся в слюде, полная информация о бренде, о составе. Сейчас скроем, посмотрим, какая кисточка. Ох, вспомнить бы что-то такое. Так, ребят, я посмотрю, точно скажу, что это такое. В общем, я точно уточню, ссылочку дам, что это за черная коробочка. Все полностью в упаковочке, все хорошо. Наконец-то мы маникюр обновим. Очень красивый темно-синий цвет с шиммером. Так что попробуем, покажу, как будет смотреться. И это солнцезащитные очки. Видите, как все красиво упаковано. Фирменная открыточка с информацией о производителе. Тут очки. Давайте посмотрим. Ну, прям у меня ощущение дежавю, как King 7 я получала. Тоже посмотрите, какая красивая упаковка. То есть в комплекте чехол для очков плотный. Открываем. Сами очки и тряпочка для протирки, или это чехольчик. Давайте посмотрим. Это и чехольчик тут, и салфетка для протирки очков. То есть все сразу в одном. Очень качественно все упаковано. Давайте просто положим. Смотрите, какая хорошая упаковка фирменная. Открываем. Ну, очки прям тоже очень красивые. Широкие дужки. Чем они хороши? Хорошо защищают глаза от солнца. Маркировка модели на дужке идет. На другой дужке логотип бренда Arzen Steel. Снимаем. Вот такие красивые очечки. Ну, прямо это защита UV-400. Смотрите, какие красивые очки. Очень красивые. Покажу, как смотрится потом. Но мне уже очень нравится. Очень-очень-очень-очень красивая оправа. Стильная, золото не вычурное. То есть, ну, чувствуется сразу, да, уже по получению сразу чувствуется их бренд.
такая поилка для собак, которую удобно брать с собой в дорогу. Чем она удобна? Вы наливаете бутылочку, да, есть шнурочек, чтобы можно носить с собой, подвязать вот здесь. И передвигая кнопочку, то есть вы наполняете поильник, откуда собачка ваша может попить воды. Я брала побольше, потому что у нас собачка не только маленькая, но и большая в нашей семье, чтобы подошел этот поильник каждому из них. Визуально все в порядке, колба, все хорошо, так что наконец-то он дошел. Следующим летом, или если будут жаркие дни, мы этот паяльник опробуем, а также будет на него обзор. Клавиши работают хорошо, переключение. Приятная штучка такая интересная. Мега сборная посылочка жду, которую мы сейчас с вами откроем, посмотрим. Здесь очень много посылок. Честно говоря, что-то маленькое. Пакетик с маркировкой модели. А, колечко еще одно. Сейчас посмотрим с вами. Маленькое колечко. Оно, конечно, безразмерное, но на крупную руку, наверное, не подойдет все-таки. Потому что такое, видите, стильненькое. Я думаю, дочка моя будет его носить с удовольствием. Выполнено качественно. Металлическая. Материал цинковый сплав, я думаю, потому что оно тоже недорогое. Так, идем дальше. Масло, касторовое масло для ресниц. Будем пробовать. В составе вот первым как раз компонент касторовое масло, так что все в порядке. Попробуем. Реснички всегда нуждаются в уходе. И это один из них. Объем 10 мл. Все запаковано в слюду. Сроки годности. Все есть. Гель для бровей. А тоже еще один. Цвет я брала от бренда Хандаян. Цвет темно-коричневый я брала. Эспрессо. Это самый темный, что был в наличии. Щеточка для нанесения. То есть опробуем. Вот такой. Я думаю, скорее всего, это как тинт больше для бровей. Но мы посмотрим, как им пользоваться. Потому что какой-то я заказывала гель, который надо ждать высыхания и потом снимать с бровей. Попробуем. Экспериментируем. Очень симпатичный кошелек. Смотрите, какой красненький, такой яркий. Хороший. В последнее время я предпочитаю вот такие кошельки-малютки, потому что в основном все финансы у меня на карте, налички я практически не держу. И вот смотрите, удобное отделение под карты, очень много, да? А тут в крупных вы можете положить как бы денежки или что-то еще. То есть очень удобный кошелечек, мне очень понравился. Может быть, я его сейчас и начну сразу пользоваться, потому что мне очень понравился. И цвет красивый, яркий, розочки выбиты очень красиво, качественно. Пошив хороший, никакого запаха нет, производство явно фабричное. Рекомендую. Так, этот дезодорант какой-то с мятным экстрактом. Короче, посмотрим, что это такое. Точно, знать бы точно, это моя посылка. Я даже не помню, что я такое заказывала. Но в любом случае уже пришло, будем тестить. Пришли Bluetooth. Как всегда, в комплекте провод для зарядки, амбушюры дополнительные, инструкция и вот такой корпус. Вот наушники. Мы их включили. Как минимум, такая зарядка 2000 мА. Вот наушники на зарядке. Сразу включились зарядку. Очень удобная такая форма наушников. Она не выпадает из ушей. На них уже надеты амбушюры и плюс две пары амбушюр в комплекте. Заряжаются. Так, еще одна блуза. Мне в последнее время понравился стиль Color Block. Я заказала, по-моему, от Zanzé. А, нет, это от Kelme.
рубашки. Ну что сказать, качество мне шелковистое, но неплохое. Хотя, конечно, синтетика. Я так думаю, набор этикеток. Вот такая розочка интересная. Со стороны спины, видите, пуговки и есть разрезик. Пошив очень интересный. Материал сейчас мы посмотрим. Скорее всего, полиэстер полностью. Да, материал 100% полиэстер. Но пошив такой вот интересный, такая блузка. Кармашек. Это имитация, а этот настоящий. Упаковка вообще простая, но мне понравилось, что они такие вот в бежевом пластике, захотелось со светло-коричневыми стеклами. Померяем, посмотрим. В целом оправа тоже очень симпатичная, линзы не царапанные, нормальные, оправа ровная. Мне понравились, если подойдут, то симпатичные очки тоже такие на лето, неплохой вариант в бежевом цвете. Заказывали папе, конечно, к отпуску, но посылка слишком долго шла. Все-таки до отпуска не успела. Материал полиэстер, шорты, ну, такие обычные. Пошив не самый идеальный, но неплохой. Ниточки, конечно, торчат кое-где. Непрозрачные. Я не знаю, как они будут после стирки. Это надо попробовать будет, да? На пляж сходить неплохо. На пляж дома. Материал полиэстер. Силиконовая для подтяжки лица. Я уже забыла, что ее заказывала. Многоразовое использование, то есть она отлично моется. Делаете масочку, надеваете вот такую штучку. Попробуем, потестим. Давно хотела приобрести что-то подобное. А, лапомойка для наших собачек. Честно говоря, я думала, она побольше. Мне кажется, большая наша лапка сюда не влезет. Хотя я брала размер. Влезет ли мелкая, тоже непонятно. Короче, поэкспериментируем. Представляет собой баночку. Открывается крышка, это верхняя, снимается. Можно вытащить этот силикон. Видите, он разбирается. И обратно складывается. Все. То есть все это прекрасно моется в этой лапомойке. Но, честно говоря, я думала, будет она побольше. Ну, посмотрим. Я заказывала форму. Я, честно говоря, думала, она меньше будет. Она вот такая крупненькая. Липоактивность малая для заливки. Форма в виде двух ладоней. То есть по итогу получится такая как бы шкатулка, можно и пепельница, что хотите сделать. Заливается эпоксидная смола, потом это все снимается и в виде двух ладошек будет такая шкатулочка. Все. Наша распаковочка подошла к концу. Спасибо, что были до конца. Всем пока. С вами была ваша оптимистика. Пока-пока. Thank you.